Мы приглашены на праздник Божий, который называется Шаббат. Давайте встанем перед чтением Торы. Барух ата Адонай Элогейну Мелех Аолам, Ашер Бирхабану Миколь Ямим Эт Торато. Барух ата Адонай Нотенга Тора. Благословен Ты, Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас среди народов, даровавший нам Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Боже, благодарим Тебя за Ишуа, живую Тору, который сошел с небес, вошел в нашу жизнь, Боже, изменил ее и дал нам будущность и надежду. Амен. Итак, друзья, сегодня мы изучаем, начинаем изучение, повторение изучения книги «Числа» или «Бамидбар». Это сейчас у нас новая, это четвертая книга Торы. Вот, и она из самых неизученных, так вот скажем, вот книга «Левит» и книга «Числа». Ну так получилось, что в общине Божьей, в церкви ее, это одна из самых неизученных. Вот. Но на самом деле здесь заложены огромные кладези богатства духовного, которое помогает нам проходить успешно по этой жизни. Поэтому давайте мы к этой книге мы отнесемся с особым почтением, да, вот, и я имею в виду, что просто будем внимательно следить за комментариями, которые наших братьев, вот, которые будут ее комментировать, потому что реально эта книга о хождении перед Богом, об успешном или неуспешном хождении перед Богом, и очень важно понять, что дает успех Божьему народу, а что приводит к поражениям. Амен? Значит, итак, Бамидбар или известные числа, я буду буду называть ее числа, она более это понятно. Вот, и мы изучаем сегодня с 1 по 4 главу, 20 стих книги чисел. Почему такое различие числа и Бамидбар? Да, числа — это греческий и латинский название, это греческий, традиция греческая или латинская, а Бамидбар — это еврейская традиция, и числа говорят о том, что, здесь говорится о числах, и здесь говорится о числах, и мы сегодня будем говорить о числах, об исчислении еврейского народа перед походом в землю обетованную. Вот. Но Бамидбар, оно более точно передает название, потому что оно называется «в пустыне». Вот. И сегодняшняя глава, первые четыре главы, они тоже будут, тоже она называется «Бамидбар» или «В пустыне». Хронологически это продолжение двух предыдущих книг «Исход» и «Левит». Вот. Если «Исход», вы помните, да, он вобрал в себя первый год нахождения народа, после исхода его из Египта. Исход, он включает в себя целый год. «Левит» это один месяц, то книга числил, она, события происходящие, они начинаются через один год и один месяц и продолжаются до вхождения в землю обетованную, то есть около 38 лет. То есть это книга, которая вобрала в себя 30 лет хождения еврейского народа в пустыне. Вот, и она дает нам, как я сказал, очень много пониманий, которые служат нам в нашем хождении перед Господом. И первая книга чисел, как я сказал, начинается с первого дня второго месяца. Итак, числа, первая глава, 1-5 стих. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон». С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный, то есть главы колен. И вот имена мужей, которые будут с вами. И дальше перечисляется 12 имен глав колен, и имена их отцов. То есть такой-то сын такого-то. 24 имени, запомним об этом, потому что мы тоже об именах, будем говорить. Это указание было выполнено, и первая глава рассказывает о том, как исчислялось каждое колено, колено за коленом, как происходили эти исчисления. И оказалось, что число мужчин старше 20 лет и годных к войне составляло 603 550 без левитов. Условно говоря, с семьями это около 2 миллионов человек. Мы тоже запомним эти числа, раз о числах нам Бог что-то хочет сказать через числа, правильно? И идем дальше. Во второй главе
Бог сказал Моисею и Арону, говоря: «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, перед скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». То есть мы видим, что Бог здесь дает указания о том, каким образом должен быть организован стан при походе, стан имеется в виду Израиля, при походе в землю обетованную. И мы видим, что здесь знамена, стандарты, да, знаки семейств, что-то такое серьезное устройство. Вот. И далее, и вторая глава, она рассказывает о том, как был устроен стан. Мы немножко коснемся позже. «И когда пойдет скиния собрания», вот 17, это вторая глава, 17 стих, «стан левитов будет в середине стана. Как стоят, так должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих». Имеется в виду, стан, столб поднимается, да, значит, дыма, и Бог дает указание двигаться, и стан снимается, и как они стоят, так они идут. То есть мощное движение огромного народа. Меня трепет берет, когда я вижу духовно, да, вот именно как это дело все происходило. Вот, и, значит, то есть устройство стана. В 3-4 главе говорится о том, как по указанию Божьему так же было исчислено колено Левия и первенцы Израиля, которых заменили левиты. И определены обязанности левитам по отношению к скинии, то есть какой род, что должен делать и так далее. То есть вот, условно говоря, все, что говорится в этом разделе. Числа, сплошные числа, значит, и построение, и порядок. Да? Числа и порядок. Вот. Но мы, находясь в сегодняшнем дне, конечно же, мы ищем те принципы, да, которые заложены Богом, то есть для того, чтобы мы сегодня увидели то, что Господь хочет нам сказать через эти тысячи лет в нашу жизнь, в жизнь сегодняшней общины, и в том числе в жизнь нашей общины. Итак, первое. Исходя из количества воинов от 20 лет, то есть 603 550, весь народ, вышедший из Египта, составлял около 2 миллионов человек. Сегодня эту цифру оспаривают многие ученые. Вот. Я читал разные книги, и я вижу, что многие ученые, в том числе теологи, они не верят в то, что это было действительно так. Вот. Но мы понимаем, мы люди духовные, мы понимаем, что если Бог говорит, что это было так, то есть 603 550 человек, мужчин, да, годных, значит, так оно и было. Вот. Почему Бог об этом говорит? Для того, чтобы мы помнили не просто эту цифру, друзья, чтобы мы помнили, кто есть наш Бог. Аминь. Бог всесильный, всемогущий и Бог верный. То есть он сказал Аврааму, что через тебя произойдет многочисленный народ, и будет он очень многочислен. Так оно и произошло. Он сказал, что они войдут в Египет, да, и выйдут, и он выведет оттуда. Так оно и произошло. Значит, и Бог показывает, как этот многочисленный народ был обеспечен Богом на протяжении всего похода через пустыню. Я хочу сказать, что для нас это очень важное напоминание, что Отец наш Небесный силен заботиться о нас в любых обстоятельствах, и что у Него достаточно благодати для того, чтобы каждый член Его тела, значит, имел то и Божье руководство, да, и Божье наставление, и Божье обеспечение, на протяжении всей своей жизни. Об этом говорил же Иешуа: не заботьтесь, то есть не переживайте, что вам есть, что вам пить и во что одеться, вот, потому что обо всем этом знает наш Отец Небесный, и Он позаботится об этом. Вот, то есть если мы идем за Богом, мы верны Ему, вот, то у Бога достаточно силы, чтобы обеспечить тебя, дорогой брат, сестра, несмотря на то, что, может быть, сегодня какие-то испытываешь неурядницы, вот, и, может быть, что-то в чем-то испытываешь недостаток или стеснение. Вот, наш Бог, Он всесильный, всемогущий Бог. Он провел народ, многомиллионный народ провел через пустыню, вот, и Он сможет провести и тебя, значит, через те жизненные обстоятельства, которые ты проходишь. Скажем на это аминь. Аминь. Второе. Да, еще хочу добавить, что Давид об этом говорил: «Я был молод и состарился, и не видел праведника, оставленным и потомком его, просящим хлеба». Значит, здесь ключевое слово, надо помнить праведника. Да? Аминь, да. Кто-то говорит аминь, и действительно, это так. То есть, потому что мы должны помнить, что Бог не оставляет праведников. То есть, если люди по своим каким-то причинам попадают в пустыню, да, и идут потом, и спрашивают Бога, почему он не заботится, и не то, что не заботится, почему именно так тяжело, то, наверное, иногда бывает, что человек просто уходит из-под покрова Божьего в этом смысле. Итак, второе. Бог, мы видим,
Мы видим, что Бог видит свой народ не толпой, ходящей по себе, ну, самой по себе, но организованной силой, похожей на армию. Посреди стана находился переносной храм. Вокруг него располагались в определенном порядке, и в третьей главе описано, каким образом располагались левиты. То есть каждое семейство было определено, значит, место и задача по отношению к храму. И вокруг них, также и вокруг, по сторонам света, были расположены колена Израилевы. По три колена с каждой стороны. На восток, это была армия, нацеленная на восток. Впереди стояло колено Иудина, за ним два колена. Значит, с запада, там, с севера, с юга, с каждой стороны стояло три колена. Значит, каждый при знаменах, при штандартах, при руководстве. Мы знаем, что эта армия, она была разбита на десятки, на сотни, на тысячи, на колено. Да? Значит, и это была армия народа Божьего. Значит, в «Песне песней» об этом говорится, и многие богословы, они относят эти слова также и к Церкви Божьей сегодняшнего дня. «Кто это блистающий, как заря прекрасная, как луна светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» То есть, это здесь мы скажем, это «Песня песней», да, это как бы намек, да. Но мы знаем, что слово, оно дает нам понимание того, что сегодняшняя община, что сегодняшнее тело Мессии, оно тоже относится, в общем-то, к армии. Идея Божьего народа как армии не исчезает в Новом Завете. Ефесянам 6:11-12. «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть мы видим, да, что идея армии Божьего народа, она сохраняется. Меняется вид. Если армия Божьего народа в пустыне, она была, ну, как бы видимой, да, значит, то есть ее можно было обозреть, она была нацелена в конкретное место земли, да, конкретное, то армия Божья, она имеет другой вид. Значит, она имеет вид чего? Храма. Значит, мы как бы, ну, мы, может быть, об этом редко думаем, но я как-то вот размышлял, и я увидел вот этот вот храм, это нечто устремленное в небеса, да, то есть не будем говорить о форме, да, вот там, и, там или в виде католического храма, там, или в виде там какого-то другого храма, но это нечто устремленное, которое находится на горе и устремлено вверх, да, вот, и... Когда вот мы говорим, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей и против духов злобы поднебесной, мы понимаем, да, что наша брань, она устремлена туда, в небо, да, против, именно против этих духов. И мы, значит, такие армия, вот, значит, которая имеет свое направление. И у нас есть глава нашей армии, которая есть Иешуа, да, и у нас есть все необходимое для того, значит, у нас есть руководство, у нас есть, как оно было тогда, у нас есть, которое дано нам, подарено нам Богом Иешуа, да, значит, у нас есть сила для этого, Духа Святого, для того, чтобы вести эту брань. Третье. Весь вот контекст Библии, включая изучаемый отрывок, говорит о том, что устройство Божьего народа исключает иждивенчество внутри него, деление, условно говоря, на клир, мир, там, прихожан, ухожан там, и так далее. Мы видим, что идея Божьего народа, вот, это каждый находится на своем месте, каждый выполняет свою функцию. Аминь. Значит, и ну, не будем... Вообще, сама идея вот этого вот прихожанства, да, она чужда Библии, понимаете? Есть идея служения, и вот есть, когда мы читаем Ефесянам 4 главу 11-16, ну, там, где говорится о том, что он поставил апостолами там, и так далее, да, для чего? Для того, чтобы совершать народ к чему? К делу служения, да, чтобы он возрастал и приходил в полный возраст Христов, вот, значит, из которого все тело, составляемое совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Друзья, здесь нету идеи прихожанства, понимаете? Ну нету. Здесь все говорится о том, что каждый делает в свою меру. То есть Бог знает, какую меру Он дал тебе, но каждый что-то, нечто делает. И тогда тело, написано, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот. Поэтому это то, что было, и то, что есть, понимаете, и то, что актуально по сегодняшний день. И четвертое. Когда мы говорим о Божьем народе в контексте изучаемого сегодня отрывка,
Так как и в Новом Завете, то всегда подразумевается, что Божье присутствие, оно просто пронизывает Божий народ, даруя ему силу и жизнь. Ну, первое, идея Божьего присутствия – это храм, да, который находится посреди народа. Божий храм, если мы говорим, да, Божий храм, он наполняет присутствие Божье в нашей жизни, вот в общине, да. То есть, если мы храм, и все тело его – это тоже храм, да, то есть мы видим, что здесь Божье присутствие, оно наполняет, значит, и храм, да, внутри храма, и каждый камешек этого храма. А Библия говорит о том, что мы есть именно вот этот храм духовный. Вот интересны имена руководителей вот, колен и отцов, которые помогали Моисею проводить перепись. Вот смотрите, 24 фамилии, да, то есть там руководитель и их отец. Элицур, его имя означает «Бог мой твердыня». Ждеур, его отец, «Всемогущий свет». Шлумиэль, мой мир. Цуришадай, моя твердыня всемогущая. Аминадав, ближний мой, то есть Всевышний, щедр. Ахира, брат мой, то есть Всевышний, близкий мой друг. Вот думайте, даже в те времена, да, там говорилось о том, они ощущали, что Всевышний, близкий друг. Я, честно говоря, для меня это было откровение, понимаете? Или Элиав, Бог мой отец. То есть идея отцовства, братства, понимаете, она была и тогда. И меня то, что меня удивило, и то, что для меня было откровением, это то, что это люди, которые год назад вышли из Египта. Я всегда задавал себе вопрос, а какие они были вот там вот в Египте, да? Помнили ли они своего Бога? Вот, и почему они достаточно быстро откликнулись на призыв Моисея, да? Вот, и я вижу в этом, что этот народ, несмотря там на какие-то нюансы, да, он помнил своего Бога, он знал, кто есть его Бог. Да, они были, может быть, не крепки в вере, вот, но это то, что от Авраама, оно через его сыновей, внуков, оно передалось, вот, и передалось всему народу. И мы видим это в этих о том, как это было воплощено в имени этих людей, в имени руководителей этого народа. Ну, я так думаю, что и в жизни рядовых также членов Израиля. Бог, с одной стороны, понимаете, Он желает не только присутствовать внутри, да, ну, наполнять, допустим, это место, Он желает присутствовать и иметь свое присутствие в жизни каждого человека, каждого, кто ищет Его, да, каждого, кто желает иметь с Ним отношения. И Он присутствовал в жизни, допустим, вот этих людей, которые дошли нас через многие-многие века, через тысячи лет, да, это через 3500 лет они дошли до сегодняшнего дня, мы видим ее присутствие Божье в этом имени. А присутствие Божье, друзья, вспомним Авраама и Сару, да, то, что он дал только по одной буковке свое имени, дал им, внес в их имя, это навсегда изменило их судьбу, это навсегда изменило судьбу мира. Вот. И вот эта вот идея Божьего присутствия, она пронизывает вот ну, весь и Ветхий Завет, ну, и Танах, и Новый Завет. 1 Коринфянам Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Друзья, это очень важно, друзья, чтобы именно Дух Божий, Он жил среди нас. Потому что именно Он дает нам, Он ведет нас, Он направляет, научает, дает шалом, да? Значит, Он дает силу нам, Он помазывает нас. То есть все Божье присутствие, оно особенно, оно всегда важно. Но особенно важно оно в это время, друзья. Надо помнить, что насколько Бог нам доверил жить в это время. Понимаете, я когда... Ну, немножко ко мне приходит это осознание, когда я вспоминаю об этом, я вот, ну, меня как бы такая дрожь берет такая, знаете, потом почему? Потому что друзья, которые могут увидеть Иешуа, его приход. Я не буду говорить, в каком-то виде, это не теология, да, вот, но мы имеем возможность, сидящие здесь, друзья, мы должны об этом осознавать. Мы живем в период мощнейшей трансформации существующего мира. То, что происходит в Украине, это только отголоски той трансформации, которые будут происходить в мире. И возможно, что события, происходящие в Украине, это просто механизмы, которые запускают или которые продолжают вот этот, уже механизм уже запущен, но продолжает вот этот механизм трансформации. Мы увидим своими глазами, как мир будет меняться на наших глазах. Друзья, только Божье присутствие, оно будет, поможет нам пройти через это все. Потому что когда идет трансформация, мира, да, друзья, это очень нелегко, это очень нелегко. Вот. И то, что нам Бог доверил жить в это время, понимаете, это доверие действительно, потому что по нам будут судить о нем. То есть мы являемся
как бы свидетелями о нем. И, то есть мы являемся носителями его репутации. Идем вот это все, что будет происходить, и то, что это будет происходить не когда-то. Друзья, я понимаю, что это будет происходить не когда-то, это будет происходить, оно уже происходит в ближайшее время, понимаете, будет это все происходить. И нам нужно присутствие Божие, нам нужно присутствие, нам нужно, чтобы Господь, Он был в нас, Он был здесь в общине, в нашей жизни, чтобы Господь был в нашей стране, понимаете, чтобы Его милость, она была над всеми нами, чтобы Он помог нам пройти, смотреть на все с Его глазами, не убояться, да, всегда радоваться, как Он учит нас, во всем находить повод для радости. Почему? Потому что Бог, богатство, которое Он предназначил на нас, друзья, они не здесь. Они не здесь, они не сгорят. Аминь. Вот. Они хранятся там, написано. Это богатство нетленное, оно хранится для вас там. И мы должны осознавать, что наше богатство, оно там, Бог приготовил, и нам, ну, надо дойти. Нам надо дойти. И давайте мы как бы согласимся в том, что с Божьей помощью мы будем идти, мы пройдем, и мы войдем в то наследие, которое Бог приготовил для своего народа. Аминь.